Это кадры обстрела ночного Цхинвали, как они были показаны российскому телезрителю. Обратите внимание на черное кавказское небо, залпы града. А вот это исходный материал, целиком снятый грузинским оператором 8 августа в Цхинвали. Идет осетинский военный с белой повязкой. Пустоватый такой город. И грузинский солдат стреляет по боевику. Между прочим, после предупреждения. Ну а слева спящий город. И грузинский солдат, разумеется, стреляет по подвалам с мирными жителями. Люди погибали от снайперских пуль. Возвещает российское телевидение. Погибали, но не от снайперских пуль, а от бомб. И не в Цхинвали, а в грузинском горе. Это грузинская женщина в шоке от гибели своего сына, убитого российской бомбой. Эта женщина потом долго ходила по горе, как страшный призрак войны. И укор лжи и цинизму российских телевизионщиков. Так попала в мой дом, тогда уже подвала тоже не было. Эта осетинская женщина была ранена, но чьей бомбой мы не знаем, потому что в этих кадрах показана бомбардировка города Гори российской авиации. Лежат, а сразу выбежали, и вот так пострадала я. Следующий снаряд разорвался в метре от нее. Но это совсем другая женщина, и это жертва налета российской авиации 9 августа. Удивляет не столько ложь журналиста, сколько уверенность, что эта ложь останется незамеченной и безнаказанной. Увы, обманывают телезрители не только в России, но и на Западе. Der Befehl, die Einnahme von Цхинвали. Die Bilder des nächsten Morgens lassen die Welt aufschrecken. Bomben fallen in Wohnviertel. Вслед за российскими СМИ, крупнейшая европейская телекомпания выдала эти кадры российской бомбардировки Гори, снятой грузинским оператором Ираклием Капалиани, за грузинскую бомбардировку Цхинвали.